Сабантуй не за горами. На Михайловской набережной готовятся к встрече гостей со всей страны. В программе ярмарки, концерты, конкурсы национальных блюд, дегустация и спортивные соревнования. Участников 3000 человек. Желающие смогут попрактиковаться в традиционной борьбе кореши, забегах в мешках, разбивании глиняных горшков. Самым выносливым достанутся ценные призы, в их числе автомобиль. В рамках Сабантуя на Новосибирском ипподроме пройдут скачки на кубок губернатора, а президент республики Татарстана и глава нашей области Андрей Травников подпишут соглашение о сотрудничестве. Добавлю, что региональный Сабантуй проводят в Новосибирске уже больше 20 лет, а вот федеральный впервые. Вот за эти два дня у нас будет огромная, большая возможность посмотреть и ознакомиться и с культурой, и с обычаями. И посмотреть, какие это замечательные люди, которые проживают и на нашей земле, и на всей земле нашей большой матушки России. И самим принять участие в национальных праздниках.